Итак, всем привет, уважаемые подписчики. FS55 на холостом работает потрясающе, заводится шоколадно. Праймер не наполняется. Косилочка в стоке, ничего с ней не делалось. Посмотрите, нажимаю на газ. Очень многим знакомая ситуация, ребята, да? Ну, вроде бы как сейчас разгазуем, она будет работать. Нет, не хочет, не хочет. Ну, как бы да, как бы разгазовались, она работает, но это, ребят, не норма. Ну, обычный пользователь так не сможет ее, грубо говоря, разогнать. Ну, да и подсос воздуха через ускорительный насос в карбюратор, это как бы не приносит пользы общей дозировке топлива, то есть как бы дозировка нарушена в любом случае. Надо это все исправлять. Вот сейчас еще раз попробуем газ сделать. Ну, это мучение, это не кошение, это мучение. Сейчас вечером будем устранять, глушить ускоряшку и посмотрим результат. О, вообще заглохло. Как-то так.